Спорт в современном обществе приобрел множество форм. Вобрав в себя опыт далеких друг от друга культур, он стал увлекательным зрелищем и способом поддержания здоровья тела. Объединяет в себе множество спортивных дисциплин ежегодный триатлон, массовое соревнование, по сути, малые олимпийские игры. Пловцы, бегуны, биатлонисты, мастера воркаута – для каждого из них триединое многоборье – это серьезное испытание. Ну, триатлон включает очень много дистанций, но на данный момент в наших соревнованиях дистанция следующая. Это 750 метров плывут, 20 километров на велосипеде и 5 километров бегают. Это вид такой у нас многопрофильный. Здесь люди есть и с велосипеда, есть легкоатлеты, есть лыжники, которые, допустим, когда-то, но их все время привлекает что-то новое. Ну вот у нас есть и ориентировщик, мастер спорта международного класса здесь участвует, и айронмены, которые вот Камилов, значит, Женя, прошел единственный человек в городе, который преодолел айронмен. Это в триатлоне считается самый верх, пик нашего. Это когда человек 4 километра плывет, 180 на велосипеде и еще марафон бежит. Члены выездного оргкомитета по триатлону обсуждали специфику проведения спортивного праздника в условиях пандемии. Более 200 спортсменов и зрителей должны быть уверены в своей безопасности. Помимо этого, внимание заострили на информировании граждан о временном перекрытии некоторых участков дорог, особенно в районе бывшей базы отдыха «Веревкин угол». Планируется у нас перекрытие движения, задействованы представители полиции, госавтоинспекции и управления городского хозяйства. В первую очередь нам важна безопасность спортсменов и также жителей нашего города, поэтому хотелось бы обратиться к жителям. Перекрытие движения планируется по улице Загородное шоссе от водно-спасательной станции до жилдомов. Обращаем ваше внимание, парковка у водно-спасательной станции будет закрыта для отдыхающих и станет площадкой размещения рабочего транспорта организаторов и спортсменов. Если Олимпийские игры можно было смотреть в записи и онлайн, то Новоуральский триатлон дарит возможность оказаться в центре самых ярких и зрелищных летних соревнований. Не упустите и вы эту возможность. Евгений Таран, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания.